финал жизненного цикла Фалиас, длящийся один год. Каждый год, 19 марта, в День Святого Хосе, на церемонии под названием «Ла Крема» более 700 фалиас сгорают в очистительном огне. Фалиас – это то, что связывает людей, живущих по соседству, то, что передается из поколения в поколение, от отца к сыну. Из пепла возрождаются умения и смекалка, присущие мастерам, воплощающим их в образе фалии. Нет достоверных сведений о происхождении этой традиции. Средневековые хроники повествуют о кострах, в которых горожане сжигали древесину и старую мебель, празднуя приход весны. Другие источники связывают праздник с плотницким делом и чествованием святого Хосе. Но более 150 лет назад появляются первые упоминания о фалиас в том варианте, в котором мы знаем их уже сегодня. На улицах Валенсии возводились необычные скульптуры, сделанные из дерева, одежды и воска. С момента возникновения фалиас их эволюция неизменна. Она заключена как в самом празднике, так и в фалиас, благодаря духу обновления, присущего торжеству. Социальная самобытность праздника четко видна в критике общественных явлений, отраженных в фалии, как в зеркале. Ежегодно тысячи валенсийцев и туристов со всего мира приезжают в Валенсию, чтобы погрузиться в атмосферу праздника, традиций и феерии цвета. Фалия – это основа основ праздника. Мимолетное творение – создающиеся в течение всего года, выставляемые на всеобщее обозрение в день его монтажа, получившим от названия «планта». Планта – это кульминационный момент в процессе работы мастеров и фольерос по созданию великой скульптуры, рождающейся из ничего на улицах Валенсии. Хотя существуют специальные механизмы для монтажа фигур, все еще можно увидеть, как их монтируют по старинке – альтомбы. Основа фалии – деревянная, покрыта картоном, тканями и другими современными материалами. Ее душа пронизана критикой в форме сатиры, безудержной и свободной, обрушивающиеся на публичных персонажей и темы современности. Лос Нинотс – выразители сатиры, являющиеся основной темой фалии посредством стихов на валенсийском языке в виде сцен, показанных в развитии сюжета. Все фалии снабжены путеводителем под названием «либрет», поясняющим ее основную тематику, переданную на языке валенсийского народа. He aquí a los ninots que este año se han salvado del fuego y que son llevados triunfalmente al museo donde se guardan las mejores creaciones de cada año en el gran retablo de las fallas. Свободный и демократический характер праздника проявляется каждый год в спасении одного нинота, выбранного народным голосованием. Эта фигура не сжигается, а становится частью музея фалиас, особого пространства, где все дышит традициями и уважением к прошлому. Создание фалии – это огромный труд и совместные усилия коллектива соседей, которые называются фольерос. Для координации рабочего процесса фольерос создают специальные коллективы или комиссии, наделенные конкретными функциями. Агора или место, где проходят собрания комиссий, называют касалем. Там происходит тесное общение людей разных возрастов, полов и социальных уровней с единой целью –
создание фалии и координирование в течение года социальных, культурных и других аспектов их взаимодействия. Ежегодно каждая комиссия фалиес выбирает королев и членов их почетной свиты, так же, как праздник фалиес Валенсии выбирает фальерос майорес. Во время своего правления они будут посланницами праздника везде и повсюду. Фалия – это уникальный социальный стержень, объединяющий людей, районы и города посредством истории, традиций и ремесел. Благодаря фалиес сосуществуют и развиваются многочисленные ремесленные союзы. Самыми значимыми из них являются союзы мастеров фальерос, среди которых архитекторы, скульпторы, художники и декораторы. Они способны создать фалью, плод творчества их искусных рук, сочетание современных технологий и бережно хранимых традиций, к которым относятся с большим уважением. Это мастера, которые передают свои знания из уст в уста. Хотя сегодня новые профессионалы этого ремесла также воспитываются в официальных школах. Благодаря коллективу фальерос и традиционным костюмам, являющимся неотъемлемой частью праздника, ювелиры, парикмахеры, профессионалы веерного и шелкового дела украшают фалии своими творениями. На протяжении более двух веков традиция живет в образе жаккардовых тканей, в которых тысячи шелковых нитей сливаются в роскошном узоре многообразия цвета. Это подлинные шедевры, созданные из ткани. Это традиция, совершенствующаяся в искусных руках ювелиров и граверов. Валенсийцы – прирожденные пиротехники, потому что один из основных элементов праздника – это порох в разных формах и обличиях. «Los Trons de Bac», «Las Mascletas» или «Salute Nid de Foc» приглашают туристов и гостей присоединиться к празднику. Профессионализм пиротехников позволяет получить уникальное по красоте сочетание цвета и звука, отдающееся в сердцах людей и погружающее Валенсию в пороховое облако. Если порох создает неповторимый звуковой фон на празднике фалиес, то музыканты исполняют музыку, партитуры которой уходят корнями в далекое прошлое. Традиционная валенсийская музыка духовых оркестров
или групп под названием «Табаль» и «Дальсайна» исполняется на подлинно валенсийских народных инструментах. «Лас Фальес» и их резонанс во всем мире – это плод совместной работы коллективов «Фальерос», представленных «Хунта Централь Фаера» и государственными структурами, оказывающими поддержку празднику. Деятельность «Хунта Централь Фаера», представительской демократической организации «Фальес», всегда пользовалась огромной поддержкой со стороны мэрии Валенсии. Объединение усилий привело к тому, что «Фальес» были признаны во всем мире. «Лас Фальес» являются частью глобальной сети, простирающейся из Валенсии по всему миру. Из любой страны можно наблюдать прямую трансляцию праздника, окунувшись в его неповторимую атмосферу. Если вы в Валенсии на Фальес, то их колорит царит на улицах. Март – это месяц Фальес, каждый день которого наполнен ими. Прогуляйтесь по Валенсии, понаблюдайте за тем, как преображается город, и погрузитесь в атмосферу Фальес. На церемонии под названием «Крида» фальеро-майор Валенсии приглашает принять участие в празднике. Если вы приехали на Фальес в Валенсию, выходите на улицу и присоединяйтесь к людской толпе. Валенсия, город космополитизма и авангарда, приглашает вас познакомиться с ним во всей своей красе во время Фальес. Каждая Фалье ежедневно организует Деспертайс – начало нового дня под звуки петард «Тронс де Бак». Гуляя по городу, обратите внимание на необычайную красоту традиционных костюмов и их аксессуаров. Послушайте оркестры и музыкальные группы «Табаль» и «Дальсайна». Сфотографируйтесь с «Фальес» и с «Фальерос». Поделитесь своими впечатлениями в социальных сетях. Посетите музеи, посвященные празднику, музей Фальес и музей мастеров Фальес. В полдень приходите на площадь мэрии и приготовьтесь услышать неповторимые звуки москвиты. Если вы в Валенсии, насладитесь местной гастрономией и плодами этой земли. Одно из наиболее ярких событий Фальес – это возложение цветочных венков Пресвятой Деве, защитнице обездоленных. С наступлением ночи Валенсия и ее улицы озаряются тысячами огней, гостеприимно приглашающих гостей. Во время «Нит де Фок» – «Ночи огня» лучшие пиротехники сражаются в невидимой дуэли, торжестве света и цвета. А 19 марта не пропустите зарождение нового цикла «Фальес». Окунитесь в бьющую ключом атмосферу «Фальес» – праздника человеческого и межкультурного единения поколений. Этой ночью почти вся Валенсия – пылающий костер. Символ обновления жизни и чувств. Начало нового цикла, дарящего нам возрождение Фальес. На следующий год.